Белочка сидела у моря. Широко раскрытыми глазами следила она за бегущей водой, силясь представить в своем воображении те неизведанные края, куда и откуда бежали волны. Это был обыкновенный день и обыкновенное море, и скалы, и небо такое же, как вчера. И ничего не случилось. Так почему же сегодня все казалось ей новым и странным? И облака, и волны, словно она видела их впервые. И хотелось понять, куда они бегут, и что там впереди, и увидеть какие-то новые страны, иной неизвестный мир. А еще ей хотелось быть геологом и при этом немного петь. И она запела. Ты что, не слышала горна? А ты? Я выкупался за большими камнями и пошел искать тебя. Я слышал, как ты пила. Если ты не спешишь, давай посидим немного. Хочешь, я угощу тебя муравьиным соком? Ты ж меня сегодня утром угощал сырой рыбой. Ну, то была рыба, а это совсем другое. А ты не мог бы, Филька, что-нибудь рассказать о дикой собаке Динго? Динго? Это что, порода такая? Где ты видела эту собаку? А я никогда не видела. Она живет в Австралии. Слушай, а зачем тебе эта собака? Постой. Какая ты черной стала. Не хуже твоего Фильки. А мам-то нет. Ждала, ждала, не дождалась. В больницу ушла. На дежурство. Одни мы с тобой остались. Хочешь, чайник поставлю? И поешь чего?
приехали к нам. Отец приехал. Он подарил мне настоящих ездовых собак. Этого не может быть. Это богатый подарок. Сифиль кулан, та цитигуаня вылать харига? Он просит, чтобы ты смотрела за мной, чтобы я хорошо учился и не был бездельником. Хорошо учился. Улан патала урени. Ту им бы вообще ту юрки. Орки нехай. Бонго сема-то ту тени бобар подем харига. Первый снег будет, приезжайте к нам. К нам, в стойбище. Приеду. Уламбиус. Подымыну. Подымыну. Уламбиус. Он всегда так прощается. Как? Две руки подают на прощание только большому другу. Хороший у тебя отец, Филька. Я люблю его, когда он не дерется. Он разве дерется когда-нибудь? Очень редко. Когда бывает пьян. А твой что, никогда не дерется? Никогда. Никогда он не дрался. Тогда ты должна любить его. Нет, я его не люблю. Почему? Его совсем не знаю. Он разве умер? То где же он? Далеко. Очень далеко. Может быть, даже за океаном. В Америке? Угу. В Америке? Ты знаешь, где Алжир и Тунис? Конечно, знаю. В Африке. Значит, он там? Ты знаешь, Филька, есть такая страна, Моросейка. Моросейка? Угу. Должна быть красивая страна Моросейка. Он там.
Ненавижу. Нет такой страны Моросейка. Есть Марокко, бывшая французская колония. Есть остров Майорка. А Моросейка – это не остров, не полуостров, не материк. Ну зачем ты обманываешь меня? Я торопилась домой. Так соскучилась по тебе, Танюшка. Ты прочла это без меня? Ты должна быть рада, Таня. А они приезжают надолго? Совсем. Отца переводят в наш город. А этот мальчик? А он будет учиться в вашем классе. Он не брат? Нет, он племянник Надежды Петровны. Но он живет у них в доме. И папа любит его и жалеет. Отец добрый, хороший человек. Я всегда говорила тебе об этом, Таня. Но если он добрый и хороший человек, то почему он нас оставил? Вы же, кажется, любили друг друга. Ты вырастешь, Таня. И многое поймешь. Никогда! Никогда я этого не пойму. И я никогда не буду любить никого, кроме тебя. И нам никто не нужен. Никто! Сколько тебе за них? Вот сюда давай, в тенек. Что с ним? На пароходе заболел. Малярией. Ты плакала? Ты плакала. Что ты? Это какой-то мальчишка, представляешь? Бросил мне песок в глаза.
Ты плакала? Ты плакала. Оля, держи! Приветствую тебя, самый дикий из диких собак! Филька! Юда, здравствуй! Здравствуй. Кому это ты? Ему. Мы с ним целое лето не виделись. Ребята, идем! Здравствуйте, ребята. Здрасте. Садитесь. Ребята, сегодня у нас праздник. Мы начинаем учиться. И я очень рада, что снова с вами. Все вы выросли за это время. А я немного постарела. Но ведь мы с вами всегда жили дружно. Правда, Мельников? У нас новые ученики. Как вас зовут, ребята? Годзилла Годлевс. А тебя? Борщ. Садитесь, ребята. Итак, мы начинаем занятие. За лето, ребята, Мельников, сиди спокойно. За лето вы многое узнали, я надеюсь, ничего не забыли. Ты что вздыхаешь, Филька? Я встал на рассвете сегодня, чтобы написать своему другу письмо. И отложил его в сторону. Я забыл, какие знаки нужны в таком предложении. Куда ты утром так рано уходила, дружок? Плохо, если ты забыл. Таня Сабанеева, а ты не забыла? Скажи-ка нам правила. Если в предложении есть обращение, ставится запятая или восклицательный знак. Вот видишь, Таня отлично помнит правила. Ну-ка, иди к доске. Напиши нам какой-нибудь пример, в котором было бы обращение. Филька. И все-то ты забыл решительно все. Какие ж тут запятые? Ты слово «товарищ» пишешь с мягким знаком. Так это глагол второго лица. Какой глагол? Почему глагол? Конечно, глагол. Эй, товарищ, ты товарищ. Что делаешь? Отвечает на вопрос, что делаешь. Thank you.
ты такая большая. Тебе надо было цветы принести, а я конфет. Удивительно, как изменился наш город. А у вас здесь все по-прежнему. Да, здесь все осталось по-прежнему. Я пойду поставлю чай, ладно? Как жаль, что ты не была на пристани. Мы, правда, немного задержались на пароходе. Коля малярией заболел. Пришлось санитаров ждать. Ты знаешь, он ведь будет учиться в вашей школе. Наверное, вместе с тобой. Ты что, Таня? Не говори так громко. Я очень хорошо тебя слышу. Я знаю, Таня, ты на меня сердишься. Но ведь мы будем друзьями. Правда? Пойдемте пить чай. Выходите чай. Вот ты у меня какая. Да, трудно все это в твои годы. Трудно, брат. Пойдем пить чай. Коля! А он ничего. Кто? Кто? Сабаниев. Отвратительно играет. Кто? Да Сабаниев. Я все-таки не могу понять. Он тебе кто, брат? Нет. Двоюродный, что ли? Ну да, да. И тоже Сабаниев. Двоюродный или просто родственник? Ну что вы все ко мне пристали? Ну родственник. А ты говоришь двоюродный. Разница. Филька, погоди! Отстань ты от меня. Что значит отстань? Таня, ну? Филька, ты с ума сошел. Ну, ты же весь в крови. Больно? Между прочим, мы опаздываем. Филька, ты, пожалуйста, без меня повязку не снимай. Я за тебя снова перевяжу. Тигр!
Чего так поздно? Червей, что ли, не накопал? А ты попробуй, накопай их. Еще не поздно, как раз успею. Удочки взял? Взял. Чего стоишь? А Коля? Ах, да, Коля. Ну, мы его у мостков подождем. Казак! Зачем он тебе? Молчи, Филька. Он не хуже нас с тобой знает, зачем мы идем на рыбалку. Нашел все-таки наше место. Ты извини, пожалуйста. Я просто не знал, что это и есть ваше место. А оно не куплено. Поверь мне, я не хотел. Котенок сам упал в воду. Пусти меня, я больше не буду ловить. Не ходи за мной, слышишь? Ну, ты придешь сегодня обедать. Отец будет ждать тебя. Он скажет, что я тебя обидел. Ах, вот ты чего боишься. Да нет, ты меня не поняла. Молчи! Я тебя отлично поняла. Я не приду сегодня обедать. Коля, а пироги с капустой она любит? Коля. Не знаю. Здесь пекут с черемухой. В следующий раз непременно надо будет испечь, а, Надя? Ну что ж ты стоишь, стой. Давай скорее. Третий час. А почему три тарелки? Она, наверное, опоздает. Опоздает? Почему? В школе кружок какой-то. Репетиция, что ли? Ну вот. Вечно у них в воскресенье кружки. Коля, ты бы сбегал за ней, а? Бесполезно. Я и говорил. Главное, кончается поздно. Папа, это я виноват. Я не хотел, но...
получилось. Она больше к нам не придет. Ты еще дома? Разве ты не идешь к отцу обедать? А что? Почему ты об этом спрашиваешь? Ну, просто потому, что нехорошо заставлять ждать себя. Только переодень туфли, в этих неприлично. Ладно. Ты тоже голодный. А я, признаться, на тебя не рассчитывала. Ты мог бы отлично пообедать дома. Эти прозорливые собаки съели весь мой улов. А ты? Разве ты не идешь сегодня к отцу? Да что вы все ко мне пристали? Никуда я не иду. И вообще больше моей ноги там не будет. Чем тебя обидел отец? Он тебя бьет? Ничего ты не понимаешь, Филька. Просто надоел мне этот Коля, вот и все. Коля? Что сделал тебе Коля? И кто он тебе вообще, если ты ради него можешь обидеть отца? Ты прав, Филька. Кто он мне? И вообще, какое мне дело до него? Конечно. Ведь это ж мой отец. Я могу его видеть, когда захочу. Тигр! Дело до него. Я иду к своему отцу. Есть ножи точить, кому ножи точить. Таня! Ну, здравствуй. Проходи. Танюша, вот славно. Коля сказал, раздевайся скорее. Уж беспокоили. Здравствуй, Коля. Ты, оказывается, любишь пироги с черемухой. Коля мне только сегодня сказал, я обязательно тебе их испеку. Нет, я не люблю пирогов с черемухой. Коля просто спутал. А у нас сегодня пельмени. Мы их с Колей слепили. Ты садись. Коля, вы бы тут занялись чем-нибудь, а ты иди, помоги мне на кухне. Откуда ты взял, что они поссорились? Уважаемые сеньоры, кушать подано. Ребята, к столу. Танюша, садись. А кто-то говорил, что не придет сегодня обедать. А я вовсе не пришла обедать. Нет-нет, спасибо, я есть не буду. Как? Ну что ты, Таня? Ну, что за новости? Нет-нет, спасибо. Ну как же ты не будешь есть, а пельмени? Мы пообедали дома с мамой. Не предлагай ей папа в третий раз. Она все равно не будет есть. Не хочет, не будет. А напрасно, пельмени такие вкусные. Папа, верно, что селедки в море соленые? Так говорит мне Коля. Он вовсе не признает зоологии. Ты что же, старина? Ты что-то все сегодня путаешь? М?
Да, не признаю. Ну, что это за наука? У кошки 4 ноги и хвост. А что же ты любишь? Математику люблю. Если 2 окружности имеют общую точку. Литературу. Литературу. Осел увидел соловья. Ты что, может, оставить тебе пельмени? Нет-нет. Я только хотела дать несколько штук собаке. Можно? Сделай милость. Отдай хоть всю тарелку. Что с тобой, Таня? Какое у тебя горе? Ну, скажи мне, что с тобой? Может быть, я тебе помогу? Что с тобой, Таня? Ты слушать исповедь мою сюда пришел. Благодарю. Все лучше перед кем-нибудь словами облегчить мне грудь. Но людям я не делал зла, и потому мои дела немного пользы вам узнать. А душу можно ли рассказать? Я мало жил и жил в плену. Таких 2 жизни за одну, но только полную тревог я променял бы, если б мог. Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть. Она, как червь, во мне жила, изгрызла душу и сожгла. Она мечты мои звала от келий душных и молитв в тот чудный мир тревог и битв, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны, как орлы. Я эту страсть во тьме ночной скормил слезами и тоской. Ее пред небом и землей я ныне громко признаю. Хорошо, Коля, достаточно. Я прощения не могу. Александра Ивановна, а Коля видел место дуэли Лермонтова. Вот как? Это очень интересно. Ты был в Пятигорске? Да, у горы Машук. И видел домик Лермонтова? Обыкновенный домик. Даже не верится, и горы, такие же, какими их видел Лермонтов, тоже обыкновенные. Величественные. Да нет, я все пытался представить, что они величественные. Ничего не получалось. Обыкновенные горы. Ну как же ты можешь говорить, что они обыкновенные? Ведь это же горы, величие которых возмели многие. Таня Сабанеева, о чем ты думаешь?
Я уже в третий раз к тебе обращаюсь. Почему ты не слушаешь на уроках? Что же ты молчишь? Он рассказывает неинтересно. Неправда. Он рассказывает хорошо, и мы все с удовольствием его слушаем. Разве ты была в Пятигорске и видела домик Лермонтова? Меня мои родители туда не возили. Тем более тебе нужно слушать. А почему? Разве это относится к уроку литературы? Я понимаю. Ты думаешь сейчас о другом? Может быть, ты нам расскажешь, о чем ты думаешь? Сегодня в Доме культуры танцы. Я думаю о танцах. Ты не обманешь меня своей дерзостью. Ты думаешь не то, что говоришь, и что с тобой, мне непонятно. Она просто в него влюблена. Белякова! Он толкается. Боголюбский, что с тобой? Я нечаянно. Что же ты стоишь, Таня? Садись. Разрешите мне пересесть на другую парту? Разве, Женя, тебе неудобно сидеть? Это дерево все время разми. Не понимаю, дерево как дерево. Что с тобой творится? Садись куда хочешь. Садись и ты, Коля. Можно мне пересесть на место Сабанеевой? Да что с вами, в конце концов? Превосходительство. Муж мой, губернский секретарь Мерчуткин, целыми днями на собаках гоняет. То на собаках, то на лыжах. С Филькой. Характер вырабатывает. При чем здесь характер? Принимайте. Во-первых, надо поздороваться. Во-вторых, мы тебе уже предлагали, ты отказалась. А в-третьих, если мне не изменяет память, ты уже записала стрелковый кружок. Да, еще в астрономический, а что? А ты знаешь, как это называется? Дилетантизм. Вот. Ну, ладно. Постой. Басню будешь считать? Давай. О! Так нельзя, ваше превосходительство. Я женщина слабая, беззащитная. От всех обиду терплю. То уговаривали, то сама является. Ну, конечно, Танечке все можно. Танечка на расхват. Астрономически, драматически, еще бы. Ведь у нее такие красивые глаза. В чем тут глаза? Ты что вчера говорил в Пионерской? Думать, никто не слышал. Он говорил только, что они у нее серые. Но ты, Женя, как всегда, права. Глаза у нее действительно красивые. Ты бы, наверное, хотела, чтобы у тебя были такие глаза. Вот с чего не хотела бы. Так нельзя, ваше превосходительство. Я женщина слабая, беззащитная.
Таня. Таня, сейчас ты объявишь сама. Договорились? Угу. Закончишь, поклонишься и уйдешь. Договорились? Женечка, ты рассуждаешь как бухгалтер. Поклонишься, уйдешь. Да последние слова ее подтонут в буре аплодисментов. Как натура возвышенная, она бросится со сцены и убежит. Очень остроумно. Ох, не так. Стол и стул. Басня. Однажды некий стул, набравшись самомнения, поспорил со столом. Мол, кто из них важней? Валя Валентин, что с тобой теперь? Белые палаты, крашеная дверь, тоньше паутины из-под кожи щек, тлеет скарлатины смертный огонек. Говорить не можешь, губы горячи, над тобой колдуют умные врачи, гладят бедный ежик стриженных волос. Валя Валентин, что с тобой стряслось? Воздух воспаленный, черная трава. Почему от зноя ноет голова? Почему теснится в подъязычье стон? Почему ресница обдувает сон? Двери отворяются. Спать, спать, спать. Над тобой склоняется плачущая мать. Я и не собирала для тебя добро. Шелковое платье, мех да серебро. Я ли не копила, ночи не спала, все коров доила, птицу стерегла, чтоб было приданное, крепкое, недранное, чтоб фата к лицу, как пойдешь к венцу. Не протився ж, Валенька, он тебя не съест, золоченый, маленький, твой крестильный крест. А в больничных окнах движется гроза, открывает Валя смутные глаза. От морей ревучих пасмурной страны наплывают тучи ливнями полны. Рухнула плотина, и выходит в бой блузы из сатина в синьке грозовой. Над больничным садом, вытянувшись в ряд, за густым отрядом движется отряд. Пусть звучат постылые, скудные слова. Не погибла молодость, молодость жива. Нас водила молодость в сабельный поход. Нас бросала молодость на кронштадтский лед. Боевые лошади уносили нас. На широкой площади убивали нас. Но в крови горячечной поднимались мы. Но глаза незрячие открывали мы. Возникай, содружество, ворона с бойцом. Укрепляйся, мужество, сталью и свинцом. Чтоб земля суровая кровью истекла, чтобы юность новая из костей взошла, чтобы в этом крохотном теле навсегда пела наша молодость, как весной вода. Ну, что я говорил? Тань, так волновался за тебя. Ты молодец.
Помирились, значит? Какие ты глупости говоришь, Филька. Просто он говорит, что волновался за меня. Ведь он у нас такой отзывчивый. Давай его пригласим на Новый год. Завтра ведь Новый год. День твоего рождения. Надень, пожалуйста. А у тебя, оказывается, тройка по-английскому и четверти. Да. Прежде тебя это огорчало. А теперь что, тебе все равно? Нет, почему? Неприятно, конечно. Скоро папа придет. Да. Надежда Петровна. Ты просила ее прийти. По-моему, она очень славный человек. Да реально. Перестань. Здравствуй, Танечка. А Женя? Она не придет, у нее сегодня тоже елка. А танцевать у тебя можно? Можно, сегодня все можно. Хотите? Ты чего? Какое у тебя красивое платье. Здравствуй. Поздравляю, Танечка. Мне очень нравится. Спасибо. А где Коля? Да ну его. Никак не хотел идти вместе с нами. Пожалуйста. Свои задачи. Обязательно придет. Кто? Кого я пригласила, уже все пришли. Танюша, посмотри, это отец танцует. Я вижу, мама, он танцует очень хорошо. А ты? Ты чего не танцуешь? Сегодня должны танцевать все. Thank you.
Юра, мы тебя ждем! Ну, где ты была? Я просто выходила подышать. Тань, подожди. Как Женя рыбок за стекло. Придется ее зажарить. Няня, зажарьте, пожалуйста, эту рыбу с картошкой. Таня просит. Да-да, зажарьте. Что завтра делаешь? Мы с Женей идем на каток. Хочешь оставить нам компанию? Ну. А завтра кто-то с Колей пойдет на каток. Ты что ли? А кто? Женя. А что еще просил сказать мне Коля? А я могу съесть свечку. Филька, ведь это вредно. Это совсем не вредно. Это немножко невкусно, но зато смешно. Правда смешно?
такой. Я знаю, где она живет. Только возвращайся скорей. Слышишь, Таня? Александра Ивановна велела, чтобы все шли домой. Буран начинается. Неужели вы сами не видите? Да ведь Коля ногу сломал! Что делать? И я-то дура идти на каток в такую погоду! Ну, что ты ноешь? Обыкновенный вывих. Что делать? Что делать? Женя, ты еще успеешь. Беги скорей. Найдешь Фильку, слышишь? При чем здесь Филька? У вас всегда одни глупости на уме. Я знаю, что делать. Ждите меня здесь! Ужасно глупо все получилось. Отец будет волноваться. Я обещал. Ужасно глупо. Коля, у Фильки собаки. Я мигом их примчу сюда. Давай. Придумано. Давай поедем вдоль берега. Слушай, а Женя, они придут, ничего, а нас нет. Ничего, успеем. Вперед! Вперед, Тухэ! Thank you.
Днем 1 января холодная масса воздуха... К сожалению, не обошлось без происшествия. Ученица 8 класса школы номер 3 Татьяна Сабанеева повезла кататься на собаках ученика того же класса Николая Сабанеева. Этот случай, который мог окончиться трагически, еще раз напоминает об ответственности учителей. Да ну, мальчиш! Да при чем тут мальчиш? Валерка, Валерка! Валерка Надеждёнка! Да ну, мальчиш! Да, вот именно! Главное, говорю же ей, всегда нужно сидеть в таких случаях на месте! Вот именно! Я специально пошла в школу! А я думаю, это просто героический поступок. Героический? А кому это надо? Ты пойми, что из-за нее нас заставили настоящую боевую тревогу. Что? Ну и что же? Боевую тревогу. Я хотела его спасти. Да мне вовсе не больно. Что они там выдумали? Таня. Весь город на ноги подняла, в газете зря не напишешь. Ну скажи, скажи еще хоть слово. Я не посмотрю на то, что ты такой толстый, скручу как щенка и выброшу к черту на улицу, понял? Это ты меня скрутишь. Да я это могу тысячу раз повторить. Надо дать твоей Тане. У нас в городе еще совсем чужой. Я очень прошу тебя, будь человеком. Мы уже всюду смотрели. Филька даже домой к ней бегал. Может, она снова пошла на реку? Раздетая, без пальто. А что, она вполне может без пальто. Она все может. Таня! Тань! Таня! Таня! Тань! Ну что? Что будем делать? Таня! Таня! Ты где-нибудь была? Нет. Так чего ж ты ревешь? Ну? Может, она уже умерла? Чего тебе? Весь мир. Неужели в тебе нет никакой совести? Хоть самой маленькой, а?
Зачем ты спишь в одежде? Ну-ка, встань. Я же просила тебя не делать этого. Ты меня слышишь? Встань, пойдем пить чай. Я только что была в школе. Мы ходили с отцом. Таня. Мне нужно с тобой поговорить. Я рада, что у тебя много друзей, и не эта история с газетой меня огорчает. А ты? Ты ничего мне не рассказываешь. Я все узнаю стороной. Про Колю. Про твои странные поступки и странные желания, за которые ребята прозвали тебя дикой собакой Динго. Мам, зачем ты красишь губы? Ты раньше не красила. Тебе это не идет. Мам, ты что, ведь я совсем... Ты все еще любишь его. Мам, уедем. Куда-нибудь, все равно. В другой город. Уедем. Бывают, видишь ли, разные виды любви. Современная любовь, дай банку, это не то, что прежде. Ах, она бедняжка, не спит всю ночь, чувства обуревают ее, он ходит под ее окнами. Поет серенады. Вот именно. Или как только из старой школы, помнишь? Помню. Все меня стихами донимал. Я вас люблю, любовь еще быть может. Я им говорю, спасибо, мы это уже проходили. Что-нибудь новенькое. А ты бы хотела, чтобы кто-нибудь вот так, под твоими окнами? А почему? Пусть ходит. Нет, что. А сама? На свидание ночью. Свидание ночью. Просто встретиться. И чтобы он за тобой зашел. Не самой же куда-то бежать. Это верно. Не свистит, приносит несчастье. Да, это правда. Бывают разные виды любви. Филька. Ну чего ты? Завтра последний экзамен, а ты выходишь на целый час. Сама все знаешь, а другой человек пусть пропадает, да? И он пропадет, я тебе точно говорю. Ты мог бы отлично один выучить эту теорему. Ну, давай. Если две окружности имеют одну общую точку, то такие две окружности называются... Ты правда пойдешь завтра с Колей на мыс? И для этого надела свое нарядное платье? Я знаю это место. Но ты не ходи туда. Я тебя как девочку прошу. Я пойду, Филька. Гусеница, Филька, гусеница, смотри! Во! В чем же я теперь пойду? Зачем ты это сделал, Филька? Нарочно.
Я совсем не узнал тебя в этом халате. Зачем ты его надела? Я испортила свое серое платье в стальном шкафу. Я не хотела будить ее. Теперь у меня больше нет серого платья. Ты помнишь мое серое платье? Зачем ты говоришь о каком-то сером платье? Я его совсем не помню. Я думаю только о тебе. Всегда? Всегда. Даже когда тебя не вижу. Вот что для меня странно. Да, это странно. Но это хорошо. Значит, ты будешь обо мне думать всегда, даже когда я уеду. Я ведь скоро уезжаю. Куда? Мы так решили с мамой, что нам лучше уехать отсюда. Я это знаю. Ну почему? Ты что, ненавидишь меня, как раньше? Никогда не говори мне об этом. Я сама не знаю, что со мной было. Я ненавидела и боялась. А теперь я хочу, чтобы ты был счастлив, Коля. Ну разве нельзя, чтобы были счастливы все? Ты, твоя мать, отец, тетя Надя. Почему? Может быть, можно. Не знаю. Мне пора. Дай, Коля. Таня, разве ты сказала мне все? Разве это все? А разве тебе еще что-нибудь нужно, Коля? Меня мать ждет на пристань, я тебя ищу с самого утра. Ну что ты здесь делаешь, а? Как ты это сделал, Филька? Пусть видят это все люди, раз они так легко покидают друг друга. А ты можешь смеяться надо мной сколько хочешь. Какой ты маленький, Филька. Ведь это все отгорит и исчезнет, как только наступит зима, и ты оденешь теплую рубашку. Но ведь солнце такое сильное. Неужели все исчезнет? Может, что-нибудь да останется? Thank you.
Василька. Все не может исчезнуть. Иначе куда же? Куда же девается наша верная дружба навеки?